Несколько месяцев назад в Колыване произошел неприятный случай. Приемные родители отказались от двухгодовалого мальчика. Почти сразу маленький Ванечка приобрел новую семью. Сегодня этот малыш уже второй приемный ребенок в семье Марины Муравьевой. Сегодня у детей есть все необходимое, а главное – любовь и забота. Уважаемая Лена Владимировна, я хочу вас поздравить с Днем Матери, который празднуется последнего воскресенья ноября. Вы воспитываете таких чудесных малышей. Марина Владимировна трижды мама, старший Ильяс в школе, а малыши ни на шаг не отходят от мамы. Двухгодовалый Ванечка именно в этой семье произнес первые слова. А тебя Ваня зовут, а меня как? Мама. А вот Максим Марину Владимировну называет мамой уже больше года. Он тоже приемный ребенок. Хотя здесь никогда не делят на своих и приемных. Родительской любви хватит на всех. Марина Владимировна раньше и не думала, что большая семья – это большое счастье. Мы все-таки всей семьей очень счастливы. Потому что, конечно, вроде бы как сын был, хотели девочек. Все-таки думали, но вот... Решили все-таки от таких чудес, мы просто не смогли отказаться. В семье мальчишки учатся быть ответственными и самостоятельными. Максим целыми днями сидит за книжками. В свои 6 лет он очень трудолюбивый. Сам расписывает занятия на весь день. Устал, умылся, посмотрел мультики, есть, потом сел за стол, позанимался немного, помогать стал. Мальчишки не так давно в новой семье, а родственники говорят, дети очень похожи на маму. Сегодня Марина Владимировна ни разу не пожалела о таком пополнении в семье. Говорит, сделает все возможное, чтобы эти дети никогда не вспомнили, как от них отказались родители. То, что ихние родители, матеря, они многое потеряли. Это вообще делать нельзя. Это, конечно, у кого много детей, кто может рожать, тот он этого не поймет. Я вот только так могу сказать. Я говорю, они многое потеряли. Марина Владимировна признается, всех брошенных детей не приютить, но как минимум двое обрели настоящую семью. А в скором времени у Ильяса, Максима и Ванечки появится сестренка. В семье уже решили, они обязательно возьмут на воспитание девочку.